Здравствуйте, дорогие друзья, с вами компания Форма Ремонта, и сегодня мы находимся в жилом комплексе Жигулина Роща и покажем вам двухкомнатную квартиру, ремонт которой выполнялся по пакету оптимальный. По традиции начинаем с прихожей. Входная группа у нас выполнена из керамического гранита, переходящая в кварцвинил. Кварцвинил у нас уложен узором елочка и единым контуром расходится по всей квартире. В прихожей мы установили большой шкаф, он около 3 метров в длину. Для того, чтобы шкаф выглядел встроенным в нишу, мы построили вот такой простенок и его встроили в эту нишу, для того, чтобы он не выглядел как отдельно стоящий шкаф. Из прихожей мы попадаем в гостиную. Для того, чтобы помещение выглядело просторнее, мы убрали все лишние перегородки. Здесь будет стоять диван, здесь зона ТВ. Для того, чтобы добавить функционала этой комнате, мы сделали вот такую стеклянную перегородку от стены до стены. Она неплохо задерживает звук, и здесь можно спокойно в этой комнате поработать, сделать какие-то дела, отдохнуть, и вам не будет мешать домашнее. Друзья, мы находимся на кухне, здесь у нас уже собрана корпусная мебель, шкафы у нас до потолка, столешница примыкает к керамическому гранду через такой аккуратный шовчик, установлена подсветка, работающее движение руки. Классический стандартный набор оборудования, микроволновка, духовка, варочная поверхность, моечка. Вот такие интересные светильники выделили стенку на кухню керамическим гранитом. Из зоны гостиной у нас керамогранит идет единым ковром елочкой в зону кухни. Сочетается обеденный стол с рисунком керамогранита, только немножечко темнее оттенком. Вот такой интересный светильник у нас освещает обеденную зону. Кондиционер установлен в этом месте для того, чтобы он мог у нас охлаждать и гостиную, и зону кухни. Это очень удобно, один кондиционер охлаждает сразу два помещения. Итак, мы находимся в ванной. Ванна интересна тем, что здесь мы использовали несколько видов керамического гранита, керамической плитки. Под дерево мы уложили на пол, чтобы она сочеталась с нашим кварцвинилом. В зоне душа мы положили под бетон, выделили стену душевой керамическим гранитом под крошку. И зону умывальника и зеркала мы выделили плитку под старину, уложили ее елочкой. Плитка в зоне нашего душа, она очень легкая в уходе и не составит никакого труда за ней следить. Не будет никаких видно ни подтеков, ни пятен, ничего. Санузел у нас выполнен в стиле лофт. На полу у нас использовался керамогранит под дерево. На стенах у нас керамогранит широкоформатный под бетон. Инсталляция у нас выложена также керамогранитом под дерево. И над инсталляцией мы встроили вот такой классный шкаф для хозяйственных нужд до потолка. Сантехника в черном цвете дополняет наш стиль. Мы находимся в спальне, у нас единым ковром заходит сюда, в это же пространство, кварцвинил елочкой. Вот такие классные светильники. Здесь будет стоять кровать, и у кровати можно будет включить-выключить бра. Бра подбирали мы в компании Lighthouse у наших партнеров. Достроили вот такой простеночек для того, чтобы встроить в него шкаф-купе.
и создается впечатление, что шкаф именно встроен, а не отдельно стоящий. Двери мы подбирали у наших партнеров в компании «Двери в интерьере». Обратите внимание, здесь окантовка двери выполнена из алюминия. Очень стильно, классно, современно смотрится. И наши вот такие отбойнички. Скрытый карниз выполнен с помощью ПК 5 профиля, и мы встроили туда подсветку. Друзья, несколько слов хотел сказать про обои. Мы их подбирали у наших партнеров компании «Море обоев» на проспекте Победы. Это чистый флизелин, окрашенный. Мы эти обои клеили бесшовно, и создается общее впечатление в квартире, что стены у нас окрашены. Итак, друзья, ремонт подошел к концу. Все задачи, которые ставил перед нами заказчик, выполнены в полном объеме. Корпусную мебель смонтировали. Если вы хотите такой же классный современный ремонт, где все продумано, рассчитано, сделать его без лишней головной боли, смело обращайтесь в нашу компанию «Формула ремонта». До встречи на замерах!